Значит, первое. Значит, надо научиться справляться от иллюзий и смотреть правде в глаза. Мы с вами не подарок. Вот. Никакого счастья нам никто не обещал. Просто так не придет никакой ни сказочный принц, ни принцесса, понимаете, все сдохли. Уже все, это все было в прошлом, это было во времена драконов. Вот это кто смотрел? Это зима настала, вот, пришла из-за стены и все покрыло. Нету больше этого. Вот. Есть вот мы с вами, вот такие люди-человеки, которые, в принципе, могут построить отношения с кем угодно. Но при этом у нас есть даже выбор, и поэтому вообще кого угодно брать не обязательно. Можно, понимаете, даже, как бы сказать, приглядеться, присмотреться. После того, как у вас этот человек появился, вы должны сформировать ситуацию доверия друг с другом. И это возможно только в том случае, если вы умеете понимать другого человека. И если вы понимаете его, а не собственные представления о нем. И после того, как возникает это понимание, вы естественным образом доверяете тому, с чем вы имеете дело, с кем вы имеете дело. Вот. Не какому-то фантазму, что вот так вот, и поэтому вот это вот. Она человек хороший, поэтому не обманет. Ага. 3 раза где-то было. Что это такое человек хороший? Это не профессия, понимаете? И второе правило. 3-го. Значит, для того, чтобы ваше доверие не улетело в трубу, ваше дарение не превратилось в то, что вы отдали, и человек это как бы воспользовался и вас оставил ни с чем, вы должны уметь увеличивать свою собственную ценность. Ваша собственная ценность – это ваше умение становиться больше, круче, ярче, эффективнее. Ну, в целом ряде аспектов человеческого взаимодействия. Понимаете, хорошую кухарку найти можно, хорошую уборщицу найти можно. Найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя в этой жизни, как на приключении, в котором есть этот мир, с которым ты хочешь делиться чувствами, ты хочешь делиться впечатлениями, ты не хочешь чувствовать, ты не чувствуешь себя одиноким, ты просто даже не думаешь про это, потому что так вы друг друга понимаете. Такого человека найти непросто. И это огромная ценность.